Друзья мои, всем большущий привет! Меня зовут Юрий Кедерин, и это одна из очередных моих вылазок в лес. Как хорошо порой погулять по лесу с собачками. И информация для тех, кто меня не знает и видит в первый раз. Собачек у меня своих нет, но очень редко мне, когда удается выбраться в лес одному. Вот видите, там на заднем плане бегают две собачухи. Они мне просто друзья. И как бы, пожалуй, если человек считается, ну как собака считается лучшим другом человека, то вот эти два существа меня считают тоже своим лучшим другом. Шагаем. В лесу начал вести свой репортаж, так как в полях сейчас шел сильнейший ветер, просто, блин, холоднючий. Но это предсказуемо. Весна, она такая вот интересная. Время года, тем более ранняя весна. Солнце светит, а потом течение, бац, и опять холодно, ветер и снег. Так что еще я и снега жду все-таки. Возможно, невозможно, скорее всего, он еще будет и в больших количествах. Бобик, тебе привет от хозяина. Только что звонил Олег Чебыкин, хозяин этого пса. Он уже 5-й месяц на вахте. Их особо не выпускают, как я понял. И работы как бы нет. Но не могу сказать точно, где он работает. Ну, где-то на северах, как говорится. Не знаю. И работы нет, говорит, домой не отпускают. Ну, скорее всего, этому всему виной все-таки вирус, я так считаю, потому что, ну, трудно сказать точно, но если границы сейчас между областей перекрывать будут, то еще не скоро их отпустят домой. Ну, в общем, зрители, вам от Олега привет, кто его знает, поняли, кто это такой. Ну, а мы скучаем, ждем, скоро приедут гости, будет с нами ходить, плохо варить снова. Друзья, сегодня у меня, как и последние несколько дней, нет никаких целей в моей вылазке в лес. Иду я сюда просто прогулять, снять какое-нибудь видео для вас, просто живую природу. Вот, если честно, жалко мне вас. У меня нет запрета выхода из дома в нашей области, в нашем районе, тем более живу я в 20-30, наверное, метрах от леса. Грубо говоря, я выхожу из дома, и у меня вот лес, все. Мне выйти погулять по лесу никакой проблемы не составляет. И снять какие-то интересные, красивые кадры для вас тоже, в этом нет ничего такого сверхъестественного. Но все-таки я ухожу от дома подальше, ухожу в своей землянке, где-то полями, где-то лесами, тайгами. И это хорошо, дышу свежим воздухом, прогуливаю собак. Они радуются, веселятся, бегают со мной. Ну и думаю, хоть как-то приподниму настроение вам, сидящим дома вот в эти дни. Сегодня пришли сюда кофеечку погонять, так что сейчас печку затопим. Ставим чайник, кипятится. Ну и походим, погуляем по лесу, до речки опять дойдем. Полюбуемся красотой. Медленно сейчас все происходит.
нету больше подвижек основных таких. Чуть-чуть дернулось где-то местами, вот так и есть. Ну, по чуть-чуть льдинки относит, и все. Глобального ледохода пока не предвещается. Потому что на улице все-таки подмораживает периодически. Бобик вообще бесстрашный, он к самой кромке льда подходит, не боится. К воде. Охота на рыбалку, на летнюю. Попробовать. Вот там бы, блин, можно было перебраться, то легко порыбачил бы, сходил уже. Ладно. Пока что-то в мыслях. Пока придумаем что-нибудь, реку пронесет, и можно будет по-настоящему идти рыбачить без всяких придумок. Офигеть, что он делает? Побег. Ты дебил? Утонешь ведь? Я тебя не побегу спасать. Друзья, у меня есть балки заготовлены. Когда с пилой приходил, напилил жердей длинных. Сюда их перетаскаю, пока время есть. Пока чайничек греется. Потом посидим, кофеечку погоняем. Сальцо с собой взял. Ничего сегодня готовить не будем. Костер видели уже. Пометили, не разворот сегодня. Как-то так, полегонькому. По палке и несем. Чухайте за мной. Вот. Я две. Эту одной. Все. Подоскали немного жердей. Пригодятся они нам в любом случае. Так.
по чуть-чуть хоть что-то в день делать. Просто прийти, кофе попить, все равно, да, как-то. Ну, в целом, ничего хорошего не поработаешь. Я думаю, где бомбина? А бомбина-то у нас опять у кормушки. Салоед известный. Один раз мы там с Олегом, который сегодня мне звонил, оставили сало, кто не видел этот выпуск, коптили тут. И как бы думали, ну не заберутся на крышу, а что-то ума не хватило, что на землянку на крышу забраться, это очень легко. И как бы видите, бомбина запомнила за момент, что на крыше может быть что-то вкусное. И теперь периодически туда залезают, посмотреть, что ли есть и там. Друзья, часто бывают комментарии такие, подобного типа, больше готовки, больше стройки, больше рыбалки. Пишите в комментариях, давайте вот под этим видео, что конкретно кому интересно смотреть. Я буду в процентном соотношении все это приблизительно прикидывать и посмотрим. Может, будем делать идеальное видео, чтобы было то и то и то, и всего помаленьку. В зависимости от того, сколько людей за что проголосуют. Можно что-то, кто-то нового предложит. Не знаю, охоту предлагали, допустим, до этого пока руки не доходят. Ну и вряд ли в ближайшее время дойдет. Может, что-то есть у вас, какие-то планы интересные, которые хотели бы увидеть. Тем более сейчас, понимаю, людей сидят у телевизора, многие у компьютера. И просто посмотреть на YouTube, на том же что-то, какие-то ролики порой хочется. Но не всегда удается найти то, что по душе каждому человеку. Пишите в комментариях. Будем стараться делать то, что интересно людям. Скоро закипит. И вода, запасы небольшие. Это. Давно вот друзья с вами здесь не ночевали. Скоро будет, здесь очень много ночей проведено, поверьте мне. Тепло станет, только рыбалки начнутся. Начнутся налимы, потом лещи, ези, головли. Ну как бы, я об этом только мечтаю, когда на рыбалку идем, но иногда удается половить по-хорошему. В ушке уже натопилось, но здесь сидеть я не вижу смысла. Когда на улице весенняя погодка, только подождусь, когда чайник закипит, наведу себе кофеечку, пойду на улицу, с собакевичами посижу, на птичек послушаю, послушаю.
Фу, я поделюсь обоими. Так, друзья, когда время к еде подходит, то уже не друзья. Все, остыло уже. Че, чем дерешься? Хлебом наесть, поняли? Ну, выбирай. Прожуй сначала. Макевичи, убирайтесь, айда. А, друзья, тихонько будем убираться в сторону дома. Здесь особо делать нечего. Время провели. У меня, говорю, такой вот режим. Сколько до сюда? Километров 5 есть. Пришел. Пообедал, позавтракал, как получится. И обратно. Ну, здесь что-нибудь такое вот. Пару чурок расколол, пару деревинок приволок. Что-то сделал. Физическая нагрузка. И как бы... здоровый образ жизни и полезный контент какой-то снимаю, более-менее для вас. Не знаю, мне, блин, нравятся вот такие вот прогулочки. Ну и собакам, как видите, тоже. Вперед, эй, пошли, что смотришь? Что ж, друзья, пришло время прощаться, уже приближаемся к дому. Сейчас я хожу другим путем, более-менее людным, а не более-менее людным. Все лесами, дорожками другими. Скоро их затопит, но придется опять старой дорожкой ходить. Берегите себя от своих близких, не болейте. Скоро проблему с этим вирусом, который всем уже надоел, впишут в учебник истории. Будем вспоминать ее как страшный сон, эту проблему. Все переживем. Более трудные были минуты в нашей жизни. Даже на моем веку. Так что ничего страшного в этом нету. Я думаю, все у нас получится. Все будет хорошо. Всем пока, друзья. До скорой встречи. С вами были две веселые собачули, которые вперед меня уже убежали. Игорь Тетерин. Всем пока.